Напомним, в редакцию телеканала обратились жильцы 15-го дома по Московскому проспекту. Они пожаловались на то, что в квартирах холодно, температура не поднимается выше 17 градусов. И ЖЭУ пока не устранила эту проблему. Мы связались с начальником жилищно-эксплуатационного участка. Вчера замеряли там температуру. Сегодня, если честно, ладка там работает. Посмотрим, сходим, замеряем еще раз. Да, скажите, будет ли перерасчет для этих жильцов? Ну, с того дня, когда он обратился, ставим акт. С дня его обращения. Акт есть, написали, да? Да, с того момента данного года он обращался, акт есть. И вчерашний акт есть, и как? Все, инженер уже все написал, акт будет. Пообещали в ЖЭУ, что проведут обследование покрытых плесенью стен на промерзание. Мы ему говорили, будет минус 8, выйдем, составим на промерзание акт и внесем план. А план это что значит? План на 15-й год. По утеплению стен? Да. Угу. Ну, то есть им в течение года, да, ждать какой-то? Ну, а потом в течение какого-то. На 15-й год, да, внесем план обязательно, если есть промерзание стены. Мы будем следить за развитием ситуации. Александра Седачева, Владимир Сидоров. События, Брянск.